Вы знаете, я бы не стал так кардинально ставить вопрос, я проснулся и Москвы нет, потому что Москва есть, будет и всегда будет существовать, но некоторые функции я, конечно, бы перенес куда-нибудь, разгрузил Москву, она задыхается от того уровня ответственности, который на него возложила наша страна. Все финансовые рычаги ведут сюда, все культурные истории ведут сюда, все сходится сюда. И понятное дело, что если ты хочешь заявить громко о себе в каком-то регионе нашей страны, нужно приехать в Москву и здесь, собственно говоря, добиваться правды, добиваться признания, добиваться, так сказать, продвижения своего дела. Вот, это не совсем правильно. Вот. Я всегда говорил, что здесь очень серьезный перекос, и, конечно, нужно поднимать значение регионов, и нужно, чтобы людям хотелось куда-то ехать. Вот, в принципе, мне хочется иногда уехать из Москвы и пожить где-то в определенном месте, чтобы там было поменьше людей, побольше места, побольше воздуха, и какие-то мысли другие приходят. Вы знаете, и я могу сказать, что и народ другой живет в тех местах, где скученность населения меньше. Вот, поэтому здесь, конечно, в этом смысле что-то делать надо. Но опять же, не просто там объявлять войну всем и выгонять их из Москвы, а предлагать какие-то очень интересные условия где-то, чтобы даже мне захотелось туда поехать, понимаете? Чтобы я с удовольствием туда приехал и начал там жить. И перевез всех своих родственников, и позвонил всем своим друзьям. И сказал, давайте поедемте там, там здорово, в шаговой доступности то-то. Если надо что-то сделать, пожалуйста, вот точно так же. А сейчас вот немножечко у нас...